Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу про томат «Русская душа», который нашумевший на моем канале. Многие спрашивали, зачем я подвязала к этому кусту много чужих томатов. Вот смотрите, сейчас я вам показываю, когда он все еще зеленый, и далее я вам покажу, когда он красный. Это всего лишь один куст. У меня есть видео на канале, шотс, короткое, и там многие спрашивают, почему столько много плодов на одном кусту, откуда взялись пасынки, почему он так растет, почему он такой урожайный, что за русская душа, где вы его купили и так далее. Итак, давайте начнем. Этот томат индетерминантный, выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Я выращиваю Кузбасс в Сибирь и, естественно, выращиваю в теплице, потому что погода у нас просто непредсказуемая. Также выращивала его в открытом грунте, там он не вытягивается, здесь он вырастает в среднем 1,5 метра, 1,70 метра, а в открытом грунте до 1,30 метра это максимум. То есть для открытого грунта он прям вообще идеален, это для теплых регионов. Томат среднеспелый, от периода от сходов до созревания первого томата в среднем 110-115 дней. Мне нравится данный сорт, что он очень урожайный. Плоды у томата округлые, а цвет примерно красно-алый, ближе больше всего к красному. Чуть позже я вам покажу, как он уже начинает спеть, и также буду уже его срывать. Вот смотрите, я вам показываю, здесь всего один ствол, рядышком ничего не посажено. Именно его я рекомендую выращивать в один ствол, потому что он очень урожайный, разрастается моментально, завязи образуются очень хорошо. И томаты уже начинают спеть, я прекратила полив, нижние кисти я уже сняла на семена, это остались верхние, но в связи с тем, что начинают трескаться, я их тоже буду собирать. Вот смотрите, идет разветвление, пасынки, пасынки, пасынки. То есть, если его не сильно пасынковать, на пасынках также нарастают новые кисти. И вот они, томатики. Цвет немножко будет красно такой, ближе к красному. Сейчас он еще не дозревший томат. Чуть позже я буду снимать видео именно с разрезом в томатах на самых спелых и покажу вам, естественно, разрез. Этот томат требует правильного ухода, но в основном я его подкармливаю настоем из травы в самом начале, а также использую куриный помет и биогумус для полива. А также я поливаю с обычными натуральными подкормками. Очень хорошо реагирует и урожайность великолепная. На этот сорт у меня уже записалось около 10 человек. Если семян на всех хватит, я обязательно вам всем их продам. Но в связи с тем, что у меня этот куст один, и семена я собираю только с нижних кистей, а верхние я вот сейчас буду уже собирать на консервации для соков, для лечи и многого другого. Вот именно сейчас я собираю как раз для консервации. До этого, когда созревают самые большие нижние кисти, а вес плода около 600-700 грамм, но также и верхний дает до такого размера, то вот как раз нижние кисти им можно собирать на семена. Они такие получаются самые крупные, мощные, и, конечно, они дают такой шикарный урожай. Этот томат мне очень нравится, выращиваю его уже много лет. Фирму я не помню, можете, кому интересно, посмотреть в Росреестре томатов, если прям кому сильно нужно. Поэтому именно за Росреестром я не слежу, а как раз показываю то, что выращиваю самостоятельно. Можно данный томат формировать в 2-3 стебля, и тогда будет вот такой вот урожай. Но если вовремя не убрать пасынки, на этих пасынках тоже образуются томатики, и они, естественно, меньше размером. Вот сейчас я как раз снимаю более меньшего размера. В среднем здесь будет 300-400 грамм томатики, возможно, даже около 200 грамм. То есть верхние, растущие на пасынках, намного меньше, чем нижние. Итак, давайте посмотрим тот самый куст. Так, вот сколько тут веток наросло, стволы, пасынки, и вот кисти прям свисают. Многие спрашивали, откуда столько много пасынков. Вот один ствол всего растет,
Да, многие томаты я выращиваю два куста в одну лунку, так удобнее. Но с томатом русская дыша этого можно не делать, потому что он и так высокоурожайный. Например, для консервации обязательно выращивайте данный сорт. Не для соления, а именно для соков, лечо, томатной пасты. Мне очень нравится этот сорт, всем рекомендую. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео по сортам томатов, а также заказывайте семена. Скоро выйдет каталог томатов, будет полноценное видео, то, что буду продавать в этом году. Всем спасибо и до скорых встреч!